Антивирус Эхнатона. Профилактика. В ритме сердца я пою мантру Эхнатона с полным дыханием йогов. Я вам показал дыхание с мантрой Эхнатона. Нашел я эти знания в книге Друнгава Мелхиседека «Древняя тайна цветка жизни». Мне ее дала почитать дочь Гола. Я потом у нее выпросил эту книгу, и она у меня стоит в библиотеке. А я сейчас вам ее покажу. Вот такая. Запустил случайно сердце. Вот такая книжка. Здесь изображен цветок жизни. Это том первый. И вот такое же изображение цветка жизни на томе втором. И на какой-то странице есть сведения о дыхании Эхнатона, которое называется птичье дыхание. Восемь ударов сердца на вдох и на выдох. Вот эти обе книги я купил в электронном виде на Алитрес. И для желающих
узнать первоисточник знания от первого фараона Египта, я даю возможность скачать ссылку этой чудесной книги бесплатно. Потому что как же без первоисточника? Не я же это выдумал. Но я один на этом шарике пою эту мантру и на вдохе, и на выдохе. С 1 января 2020 года вот уже 22 месяц подряд, не менее 2 часов в сутки. Я считаю, что это хорошая профилактика для укрепления вашего иммунитета, для очистки ваших кровеносных сосудов и для того, чтобы сопротивляться вирусам и бактериям, которые проникают в наш организм с каждым вдохом, потому что в одном кубическом сантиметре, ну, в таком примерно объеме, находится более 1 000 000 бактерий и вирусов. Чтобы жить, необходимо петь громко мантры и молитвы и на вдохе, и на выдохе. С вами был Николай Полыга. Желаю вам скачать все книги, которые я вам даю бесплатно. Алгоритм гармонии Полыга, Бейтс, улучшение зрения без очков, и, конечно, вот эти две книги Гринвала Мелхиседека. Древняя тайна цвета жизни. Каждый вечер в 19 часов я провожу и проведу и сегодня в том числе школу прозрения. Научу вас, как самостоятельно, бесплатно, за счет собственной силы духа исправить любое зрение. Пишите комментарии, подписывайтесь. С вами был Николай Павлов.